Всем привет, это видео «Посмотрим, как идут игры на смартфоне Honor 7X». Начнем с первой игры GTA San Andreas. Запускаем ее. Посмотрим, как работает на дефолтных настройках графики. Те, что идут по умолчанию. Ну, вот сразу запускаем игру. Если игра будет работать плохо, то уровень графики мы снизим. Если будет работать хорошо, то наоборот повысим. Вот и сама игра. И на таком уровне все работает отлично. На уровне по умолчанию игра не тормозит. Поэтому можно графику повысить. Что мы сделаем? Видим, стоит на среднем уровне плюс-минус. Делаем уровень максимальным. И продолжаем игру. Да, сразу, конечно, намного лучше воспринимается игра, намного ярче она стала, намного четче. И при таком уровне тоже все работает отлично, тормозов нет. GTA San Andreas на максималках работает. Закрываем, переходим к следующей игре, PUBG Mobile, и увидите уже сам игровой процесс. Тоже загрузился в PUBG Mobile. Смотрим. Графика нормальная. Более-менее. По плавности тоже хорошо. Не идеально, конечно, но абсолютно играбельно. В общем, чуть хуже работает, чем GTA San Andreas, но абсолютно приемлемо. Закрываем эту игру и переходим к третьей игрушке. World of Tanks. World of Tanks Blitz. И увидите уже сам игровой процесс. Вот, подгружается боевое обучение, танковый полигон. Вот, видим, работает нормально все, не вылетает, на, как я понимаю, хорошей графике, хорошо прорисован окружающий мир, хорошо прорисован танчик. Вот и работает игра плавно. В общем, с игрушками проблем не будет. Все запускаются, минимум на средней графике, и работают на хорошей плавности. Закрываем. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!